Друзья, всем привет! В этом году в Кирове из ряда вон плохо убирают снег, поэтому жители из одного домов решили провести эксперимент. Вы видите, какой большой сугроб, ну и на нем написали фамилию никому неизвестного, неинтересного блогера. Так вот, эксперимент заключается в том, посмотреть и понять, уберут ли этот сугроб, когда это произойдет и произойдет ли это вообще, сработает ли в этот раз Навальный. Всем привет! Ну, в общем, вот такой вот результат нашего вчерашнего эксперимента. К слову сказать, гора, которую вы вчера видели на вчерашнем видео, в таком состоянии находилась примерно месяц, и никому не было дела до такой кучи, так скажем, снега. Как мы понимаем, прошло меньше суток, и вот мы с вами видим результат. Мы можем сказать о том, что Навальный, даже будучи находясь в СИЗО, все-таки работает. Опять же, хочу отметить, что этот ролик не является агитацией там за Навального. Безусловно, к нему можно по-разному относиться, но вы сами все видите своими глазами. Поэтому, если у кого-то есть проблемы с уборкой мусора, можете пользоваться нашим примером.